все? Да, походу очередная миссия, собственно, за нами. Ну, давайте проходим. Да, это 25 миллиметров ган, это 40 миллиметров ган, а это 105 миллиметров ганов. И вообще все круто, и мы типа сидим за монитором. Да. Божья кара, Западная Россия. Оператор тебе. Пламя, мы приближаемся к городу по дороге с запада. Подтвердите, что видите нас. О, я буду сейчас стрелять с самолета. Внимание, не открывать огонь по целям с маяком. 25 миллиметров, 105, 40 миллиметров. Да нет, ну кто таким тепловизором пользуется? Конечно, вот этот. Все черное, а теплые объекты будут белые. Так-то лучше. Оператор, подтвердите, что видите городскую церковь. Церковь. А, вот она. Вас понял. Мы на месте. По церкви вести огонь запрещается. Не стрелять по церкви. Вижу. Хорошо. Машину. Она движется. Одна. Где из машин машина? Движется. Объекты выходят из церкви. Вооруженные объекты движутся от церкви. Запрашивай разрешение открыть огонь. Вас понял. Разрешаю открыть огонь. О! Где еще? Нейтрализовать всех. Это не другие. Огонь по пехоте противника. Отличное попадание. Вижу целую гору обломков. Этот готов. Возвращаемся к другим целям. Мертвый был бы мертв. Промахнись ты хоть на 2 метра. Отлично. Мертв и был бы мертв. Промахнись ты хоть на 2 метра. Нейтрализовать всех. Ё-моё, он полетел. Это что за пушка? 25 миллиметров. Уничтожить их. Вижу бегущую цель. Ого, вижу, а 105. Пехоту. Остановление цели. Отлично. Ну, даже дом разнесло. Уничтожить. Вон бежит. Перезарядка один слишком долгая. Машины. Вот 40 миллиметров мне нравится. То есть просто бам-бам-бам и мощно. Скорректировать угол развертки. Так, с этой пушки можно смотреть, а с 40-й снимать. Да, я бы тоже так сказал. Радиус сканирования. Боюсь, конечно, так стрелять. А. Ух ты! Ладно, говорит В6! Проходим мимо большой церкви и направляемся к шоссе! Огонь не прекращать! Конец связи! Вас понял. Открывайте огонь по всем целям без маячка. Это враги. Это что? А, вон, видите, наши ребята мигают, типа. А враги, вот, они не мигают. Вот как понимаю. Хорошо, что я это понял, потому что так бы я своих подстрелил и все. Готов открыть огонь! Второстепенные цели. Ну. Вас понял, вижу объект. Нейтрализовать. Неплохо. Вас понял. Уничтожите. Надо выделить сигнал. Так, это не наши. Ой, это наши, да. Вот видите, мигают. Восстановление цели. Ага, ну-ка давай 105 миллиметров. Офигеть! Ну и последнего давайте. Ба. Круто. Надо выделить сигнал. Это не наши, да? Надеюсь. Огонь! Бах! Теперь 40 миллиметровый давайте чуть-чуть тут подстрижем так. Ты посмел стоять? Все. Приближаемся. Водонапорная башня. Настроить сканирование под углом. Машина приближается. Не открывать огонь. Повторяю, не открывать огонь по машинам на трассе. Где машина? Ваня, мы пытаемся угнать гражданский транспорт на главной дороге. Прикройте нас. Огонь по машинам на трассе не открывать. Это гражданские. Пехота пытается захватить транспорт. Не открывать огонь по машинам до дальнейших распоряжений. Да я понял, уже хватит. Это неплохая машина. Да он, наверное, обделался от страха. Ваня, мы помечаем машины. Подтвердите, что видите сигналы. Вас понял. Сигналы видим. Да. Внимание всем. Не открывать огонь по машинам, отмеченным проблесковыми маяками. Это свои. Будьте начеку.
Противник устроил засаду на повороте. Где? Эй, штурман, о каком повороте речь? Прием. Управление огнем. Видите водонапорную башню? Прием. Где башня? Видите водонапорную башню? Вы имеете вот в виду, водонапорную башню? Вас понял. Цель наша. Рядом с водонапорной башней о, поворот. О, они тоже рушатся. Вас понял. Смотрите дальше по дороге до следующей деревни. Там должна быть еще одна водонапорная башня. А у нас некоторые сложности с поиском деревни. Как далеко она находится? Приблизительно... сейчас. Примерно в 2 километрах от шоссе по извилистой дороге. Вас понял. Приготовиться открыть огонь по наземным целям. Где? Вижу силы противника на повороте. Противник готовит засаду на повороте. Их маскируют деревья. Ух ты! Кто-то шмаляет из гранатомета. Вас понял. Уничтожить все живое в деревне. Вот они. Там выезжает из амбара. Подтверждаю. Получено разрешение уничтожить все цели в деревне. О, БМП. Внимание, уничтожить источник дымового следа. Очистить дорогу для наших ребят. Вижу объекты на крыше подковообразного здания. О, много вас тут. Вас понял. Это здание с плоской крышей. Здание с плоской крышей. Приближаемся. Ух ты, ни хрена себе. Этот готов. Возвращаемся к другим целям. Вот еще. Вон бежит. Еще бегут. Попал. Аккуратно. Смотрите, куда стреляете. Следите за мигающими датчиками. Это свои. Да я не хотел. Я не специально. Вон там, получаю данные. Так, они идут дальше туда. О, свалка. Восстановление цели. Да, куча машин, свалка, походу. Ага, вижу еще. Скорректировать угол развертки. Я думал, это человек. Давайте постреляем, вдруг там реально кто-то будет. Установить радиус сканирования. Кран, можно его сломать? Надо выделить сигнал. Радиус сканирования. Круто. Кран сломал. В зоне посадки на свалке. Покидаем транспорт. Вас понял, Б-6. Внимание, дружественные войска покидают транспорт и приближаются к зоне посадки. Не открывать огонь по пехотинцам с мигающим маячком. Подтверждаю. Внимание на маячки. Не наши. Вижу противника на свалке. Внимание, уничтожить противника. Но они разошлись. Ух ты. Подстрели. Еще вижу. Получено разрешение открыть огонь. Его оно уже давно получено. Надо выделить сигнал. Бам-бам-бам-бам-бам. Отлично. Блин, 40-миллиметровая пушка самая крутая. 25-миллиметровая, ну прям, ну вот как можно кого-то так увидеть? 105 миллиметров слишком перезаряжаться долго, а 40 миллиметров такая стабильная. Получил разрешение открыть огонь. Отлично. Они так подлетают смешно. Вот смотрите, бам. Смотрите, как он полетел. Вас понял, вижу объект. Ну, естественно, так, 40 миллиметров. Где еще? Вижу пехоту. Ты видишь, я огонь не вижу. По пехоте противника. Давайте, 105-миллиметровый, давай. Нейтрализовать. Достал. Там их очень много. Ух ты. Это страйк, суперстрайк, суперкилл. Короче, очень много килл, суперкилл. Получил разрешение открыть огонь. Еще валите и валите, сколько вас там в этом здании? Противник окружает! Запрашиваем огневую поддержку вокруг зоны посадки! Я по своим пальнул только что. Противник окружает зону посадки. Рекомендую зачистить зону 25 калибром. Не-е-е. Отлично. Он снова пошел. Внимание, к нам приближаются вертолеты. Огонь не открывать. Вас понял? А, это наши вертолеты или какие вертолеты? А, облако, ничего не вижу. Ой, чё это? Это РПГ? А, нет, это не РПГ. Какие вертолеты? О каких вертолетах идет речь? Это не свои. Вы ведете огонь по своим. Повторяю, вы ведете огонь по своим. Это ж не свой. Обратите внимание на датчики. Ну, это был не свой. Ладно, говорит БМП. А, вот вертолеты. Приближаемся к вертолетам. Спасибо за помощь. Взрываем машины. Внимание, цель задержана. Всем спасибо. Вас понял. Возвращаюсь на базу. Так моргает еще вот после попадания, смотрите, вам сейчас моргнет. Оп. Ну все, наши ребятки улетают, хэппи-энд, все дела.
Ну и мы тоже с вами будем заканчивать, ребят, уже. Сегодня мы с вами прошли, походу, аж две миссии. Да, вот видите, начинается уже третья. Даже не знаю, что сказать. Две миссии. Вот, конечно. Вот, вот уже достижение. Смотрите, ребят, короче. Следующая миссия. Вот, смотрите, видите, этот Абрамс, он был тут. Все, его вытащили в день. Сопровождать до безопасного места. Но это уже будет в следующей серии. Ух, да, неплохая сегодня серия вышла. Мне понравилось управлять пушками на AC-130. Прям так, бам, все так разваливаются, просто летают по всей карте. Короче, прикольно. Ну ладно, ребят, если вам понравилась эта серия, то, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал, если вы это еще не сделали. Напишите какой-нибудь позитивный, креативный комментарий. Или же отправьте это видео всем своим друзьям. Ну, я желаю вам огромнейшей удачи, ребята, и всем пока-пока.